Здравствуйте! Всем привет! Мы команда Томского государственного университета, и мы расскажем вам о МОК – массовых открытых онлайн-курсах. Уже много кто слышал о них, но мало кто точно знает, что это такое. Если честно, я не особо понимаю, что это. Что-то типа заочного образования. Есть записанные либо лекции. То удобное время, которое тебе комфортно обучаешься. Находясь дома. Когда ты можешь сам самостоятельно получить какие-то знания. Без ограничений. В коллекции ТГУ 36 массовых открытых онлайн-курсов, размещенных на различных платформах в России и за рубежом. Мы вам расскажем не только, что такое МОК, где их найти и как подобрать лучше для себя. Но также дадим рекомендации по организации своего обучения на крупнейших платформах и расскажем, где вы можете их использовать, будь вы студент, преподаватель, профессионал в другой сфере или пенсионер. Если вы никогда не слышали о МОК, если вы сложили о них мнение, не пройдя ни одного, если вы любите узнавать новое и полезное, записывайтесь на наш курс.